Итак, всем привет, и мы продолжаем играть в Alone in the Dark. На этот раз мне удалось появиться в совсем другой локации, как ни странно, я выбрал. Круто. Сразу же тело нашел. Как ни странно, я выбрал озеро, но появился совсем в другой локации. Видно, есть баги. Ну, тем не менее, все работает. Так, а какой координаты показываются? О, дом. Не знаю, но мне почему-то здесь кажется даже легче выжить. Хотя это не факт. Пока это не показатель совсем. Так, секундочку, вот это что-то мне не очень нравится. Вот так вот. Хорошо. Так. Горючие спички, джинсы. Ну, в общем-то, все по-старому. Кто-то сидел, видно, как газировку забросил. То ли закатилось. Здесь есть буржуечка. Здесь дома немного. В каком-то смысле даже попродвинутей получились. То есть эту локацию на самом деле разработчики делали еще самой первой. Так, повязочка. Хорошо. Консервный нож. Шикарно. Меньше будет калорий тратить. Верстак. Да слушай, мы в самом начале уже нагреблись. Тут есть даже что разжечь. Эх, я думал, может, какой-то металл зашкрябаем. Огню. Металлический инструмент для розжига огня. Шикарно. И немного горючего. Аварийный фонарь. Да уж. По-моему, да. По-моему, с этой локации гораздо проще выжить. Кстати, есть еще второй этаж. Ну, давай заглянем-ка сюда. И тут буржуечка. Прикольно. Хорошо. Более утоляющий. Ну, а так вроде бы ничего. Ну, в принципе, мы и так уже нагребли тут. Больше, чем хотелось. Точнее, больше, чем предполагал. Так, ну и ладно, я думаю, пока можно двинуться дальше, пока погодка нормальная. Ну, забавно, что здесь есть... Надо будет сюда еще раз вернуться. Флаг Канады. Хотя здесь тоже какое-то озеро есть. Может, это оно и имелось в виду. По-моему, здесь даже вот такая вот заставка была. Вместе с вот этим домом. Как-то вот так вот. Окей. Ну что ж, я думаю, пока на озеро выходить не будем. А прогуляемся, в общем-то, по рельсам. Посмотрим.
что здесь еще может быть. Да, рельсы, кстати, это неплохой ориентир. Нет, видно, мы туда сегодня не пойдем. Так. А куда мы пойдем? Вот есть проход. Хорошо. Да, главное здесь быть аккуратным. Если пробираться по буграм, то можно очень легко напороться на волка. А вот здесь я смотрю, живности как раз полно. Но поймать мы ее никак не сможем, так что... Я даже пытаться не буду. Так, ну и желательно, конечно, найти нож, а еще лучше топор. Блин, самое обидное, что в предыдущей серии мы как раз сделали даже удочку, нашли топор и сразу же это все просрали. Как всегда, очень сильный холод стукает и... Нас хотят съесть. На этом, собственно, все заканчивается. Именно когда хотят съесть, очень большой холод развивается, что очень неприятно. И выжить буквально нереально уж. Так, а сколько времени? О, темнеет. Я-то думал, утро. Кругом волки. Ну ладно, у нас еще есть, я думаю, пару часиков до темноты. Так что, я думаю, сможем что-нибудь найти. Ну, дом хотя бы. Ах, так. Не знаю, куда иду, честно. Это так. На удачу. Я удивляюсь, как меня здесь еще не сожрали. Лес, ну просто волчий. Ладно. Так, здесь, видимо, тупик. Бесполезный. Ладно. Пойдем сюда. Ой, фу. Это мой герой вздохнул. Я уже думал, какой-то волк. Прикольно, если бы сюда добавили еще каких-то зверей, там, медведей. В общем, побольше хищников. Так, это что? Топор? Ух ты. Ты, куда я попал? Вы даже не представляете. Я нашел какой-то похожий мини-бункер. Он появляется вообще в очень случайных местах. Его очень-очень тяжело найти. Это везение, я не знаю. Черт подери.
Да здесь можно жить. Очень-очень долго. Решетка. И, по-моему, здесь, кстати, именно вот здесь можно найти ружье. Конечно, что-то я его здесь не вижу. Ну да ладно. Так. Труд. Спички. Еще труд. Обалдеть. Запасы. Так, а можно как-то закрыть? Хотя... Не надо. Так, батончики. Кто-то ж сюда все это стаскивал. По сути, тогда. Вот это здесь стратегический запас. Я даже, наверное, не буду все брать. Так, предостаточно. 16 кг набрали. Ну, почему бы немного не сожрать? Так. И что-нибудь пожрать. Допустим, сардины. Или томатный суп. Суп. Крывашки. Самые лучшие вещи. Так. Ну ладно. Еда едой, а я все-таки хотел бы еще найти какие-то бы предметы. Еще один консервный нож. Так, один инструмент. Консервный нож. 75%. А, давайте возьмем. Так. Еда и питье. 3 литра воды. Еще куча воды. Давайте еще немного возьмем. Так. И пожрать. Вот так вот. Фонарь. А фонарь, кстати, я думаю, можно будет разобрать. Круто. Другой. Так, а ну-ка. Огнево. Давайте спичку. Зажжем. Нормально посмотрим. Я, знаете, какая у меня идея есть? Можно отсюда слить. Так. Инструмент. Ну да, инструмент. В общем, давайте отсюда сольем. Снарядить. А как же слить? Можно как-то сливать. На самом деле... Ну как, не знаю. Давай, допустим, вот эту заправить. Нет, керосина. Собрать. Предмет. Вот этот. Металлолом. Не знаю. Ладно, давайте. Я думаю, нам с ним будет гораздо лучше металлолом, чем...
чем что-то другое. Так, ну и короче, можно здесь переночевать, по сути. И, наверное, так и сделаем. Нет, видимо, это не тот бункер, но тем не менее его тоже найти тяжело. В общем, вот такие вот дела. Хорошо, будем спать. Давайте часов 6. Сейчас еще поедим. Попьем. Ох, фасоли так нормально дают. И попьем апельсиновой воды. И еще 3 часа. Хорошо. Жажда. Только жажда. Давайте тогда простой воды попьем. Хорошо. Остальная вода пусть будет. Я думаю, во-первых, мне зачем с собой столько таскать. Во-вторых, пусть на всякий случай будет про запас. С нашей находкой. Ого! Так, где-то волки. Шикарно. Как всегда, в бурю при волках я начинаю идти в поиски. Угу. А, вот и дом. Хотя, мне это трудно назвать домом. Тем не менее. Туда вроде бы можно залезть. Меня, правда, скорее всего, заметят. Фу, замерзаю. Какой-то безымянный пруд. Определенно того не стоило. Ладно, надеюсь, пережду. О. Конечно. Вот блин. Давайте попробуем разжечь. А, то давай, давай, давай. Ветрено для разведения огня. Ну не знаю. Черт. Херовая погодка. Да пошел он. Куда бежим? А, побежим мы. Если он, конечно, нас не достанет, но нам скоро будет очень-очень грустно. Давай, прекращайся, погодка.
I survived another night. Вау. Ого. Ух ты. Невероятно. Кто бы мог подумать. Так. Кажется, метель прошла. Я думаю. Нельзя разжигать на деревянной поверхности. Ок. Пробуем. Перед волком разжечь. Но мне сейчас набросится, я буду отбиваться. Давай. Фух. Прикол. О, так, нас срочно огонь. Древесина. Горючая. Все разжечь. О, мать вашу. Так, что еще нужно? Рюкзак заражения. Так, вот это, да? Поехали. Сейчас я в огонь залезу. О, уже начинаю греться. Видите, он будет 21 минуту гореть. Здоровье что-то совсем не поправляется. Давайте попробуем что-нибудь сожрать. Персики. Ну, персики, конечно, хорошо пошли. О, так, ну чувствую, у меня здесь точно хана. Еще 9 минут. Вот. Ну, блин. Честно говоря, я думал, огонь может защитит. Ой, блин. Ладно.